Профессор? Очухался? Ну, здравствуй. Я профессор Тру. Ты, наверное, очень хочешь отомстить мэру? Ты в этом не одинок. Но у каждого свой резон. Этот ублюдок хочет монополизировать технологии клонирования и тем самым получить абсолютную власть. Вот тогда всем будет хреново. Так что теперь у нас общая цель. Да я урою этого сукина сына. Не горячись. У меня созрел план. Но нам нужны еще люди. Сегодня познакомлю тебя с Себастьяном. Он спец по тачкам. Нетрудно было от тебя сбежать. Здесь вход в мое укрытие. Садись за руль. Надо успеть к 20:00. Он обычно крутится около гаража. Привет, Себастьян. Ну ты обдумал наш прошлый разговор? Услуга за услугу. Мой водитель заболел, а сегодня гонка. 4 команды по 2 человека. Понимаешь? Вот, сюжете поможет. Он нелегальный клон? Хотя какая разница? Возьми машину и на старт. Гонка начнется в 10. Не опаздывай. Думал, иди к монитору. Выбери машину из списка и езжай на старт. Я подожду вас здесь.
appreciate that. Неплохо. Считайте, я в вашем распоряжении. Да, ты в порядке. Хотя с клонами бывает по-всякому. Пока поживешь у меня. Дальше будет видно.